Опа! Друзья, хочу познакомить вас с одними из лучших, не побоюсь этого слова, битбоксерами Душанбе, Фирус и Матеуш. Салам алейкум всем! Нашел ребят в интернете, написал им, они согласились на наш акустический эксперимент, а именно исполнить песню «Айрамбьё» под битбокс. И еще у вас несколько идей, да? Да. Вообще, на самом деле, чтобы вы понимали, эту песню, она по-настоящему практически народная, да? Конечно. Ее знают все абсолютно. Все таджикистанцы знают ее. Да. И... Это песня в душе каждого таджика. Вот. И в каких только стилях ее не исполняли, мы попробуем сделать это необычно, да? Давайте просто поэкспериментируем. Хочется, чтобы это была такая импровизация. Давай попробуем. Все, выучил. Спел, наверное, сотню раз за целый-то день. Скоро уже, скоро нужно будет выходить с этой песней в народ. Так что ради крутого звучания и колорита решил создать коллаборацию с таджикскими мастерами звуков. Ну что, друзья, у нас получается все готово для исполнения песни. Но на сегодня это все. Мы заканчиваем день в Душанбе. Но у нас есть еще один, а это значит, завтра будет еще больше звуков, сделанных в солнечном Таджикистане. Поэтому подключайся к нашему следующему акустическому приключению. Как будет до свидания по Тобузди? Хай Тобузди, до встречи! Хай Тобузди! До встречи! Что дальше? А дальше у меня второй день путешествия по пышному Таджикистану. Я добавлю в трек звуки национальной борьбы, клич невиданного гиссарского барана, да и немного козлодрания помешает. Добавлю электросаунда, приправлю хрустом снега и немного фольклорных шумов с грядущего Навруза и таджикских дворов. А пока у меня только половина трека, так что держу акустические агрегаты востро и остаюсь в Таджикистане.